Приятно смотреть, с какой нежностью он сгибает листы металла. Теперь вы знаете, как чистят манго. Наращиваем объемы. Твердости руки этого мастера можно только позавидовать.
Можно сказать, перед нами мастер депиляции. Далее создание эпоксидных наливных полов на стыке мастерства и искусства. А вот так выглядит клей для искусственных газонов. Работа с глиной тоже все еще в тренде. Интересно, помогают ли такие навыки в плетении косичек?
в деле резак для металлических кровельных панелей. Нарезка говядины с современным оборудованием много времени не отнимает. На гарнир к мясу вполне подойдут овощи. Когда руки растут прямо, даже нанесение герметика превращается в искусство. Точность плюс мастерство плюс хороший станок равно удовольствие от просмотра.